Салют, Радиус. В Радиус попали люди, у которых был плохой день. Но они нашли себе силы, чтобы посмеяться над этим. Будь в Радиусе, мы посмотрим это. Парень взял собаку из приюта и увидел на ее теле татуировку. В качестве солидарности и поддержки он сделал себе такую же. Только потом он узнал, что это знак того, что собака стерилизована. Вернулся из отпуска и нашел свой телефон вот в таком виде. Спустя час езды я узнал, что моего щенка укачало. Виртуальная реальность закончилась. Я говорил моему арендодателю, что с моего потолка около 2 недель назад стало капать. Он ничего не сделал с этим, а сегодня утром я проснулся и увидел это. Почему не стоит переписываться под дерево? Хорошо, что коровы не летают. Жук влетел в глаз. Торт ко дню рождения до и после того, как папа привез его домой. Спустя 12 часов после того, как хозяин сообщил о краже своей машины. Похоже, что кто-то не будет пользоваться машиной какое-то время. Плохая киса. Сломанные щиты для завивки ресниц приводят к очень плохому утру. Все могло быть и хуже. Мало того, что он остался с проколотым колесом, так над ним еще и издеваются. Первый раз пользовался душем в новой квартире. Кажется, это должно быть на потолке. Макияжный провал. Эта девушка явно переоценила свои навыки использования солнцезащитным кремом. Кто-то забыл закрыть морозильник. Этот чертов йогурт. Она надела шлепки и что-то, черт побери, за мягкое ощущение. Кот умудрился нагадить сразу в оба. Волна была немного сильнее, чем ожидалось. У этой птицы день был еще хуже. Потратил 20 минут на то, чтобы вытащить наушники из гребанной газонокосилки. Уехал и случайно зацепил чье-то баскетбольное кольцо. Купил мячик антистресс, который взорвался после того, как сжал его несколько раз. Порезал бумагой каждый палец. Девушка-фотограф встретила своего кумира Энни Лейбовиц. Во время подписания книги она получила разрешение от Энни на селфи, но только одно. Семья ушла в кино на 3 часа, а вернулась, увидела это. Собака разбила бутылку с чернилами для каллиграфии. Готовил рис, как вдруг услышал громкий хлопок. И, наконец, так выглядит худший день в жизни. Всем пока! Подпишись и будь в радиусе!